То, что мы сейчас вам показали, наверняка назвать можно вершиной айсберга, потому что бригады прокат-монтажа возвели гораздо больше. И не только в городе Магнитогорске, где находится основная база этого акционерного общества, но и далеко за его пределами. И речь идет о крупнейших центрах промышленной индустрии Российской Федерации. Год нынешний юбилейный, потому что 6 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня Строителя. Он должен отмечаться каждое второе воскресенье августа. Решение принято председателем Президиума Климентом Ворошиловым. Нетрудно подсчитать, что с момента выхода указа прошло ровно 65 лет. В юбилейном году прокатмонтажу было поручено руководством комбината возведение и сдача под ключ двух очень важных для ММК объектов. Это вторая доменная печь и стан 2500 горячей прокатки. У родителей не бывает нелюбимых детей, да? Все дети дорогие, любимые, также и здесь. Для нас не бывает каких-то особенных объектов. И стан 2500, и домна очень важны. Ну, стан 2500, потому что многолетняя реконструкция, наконец-то, вот этим этапом практически подошла к концу. Ну, домна, она важна тем, что был первый объект наш, как генподрядчика, именно весь комплекс доменной печи. Главный пост управления станом, где мы встретились с Дмитрием Григорьевичем, сегодня обеспечивает режим производства высококачественной товарной продукции. Горячий катанный лист с интервалом 15 секунд проходит через черновые и чистовые клети с точностью курьерского поезда. А мы вам хотим показать, как все начиналось. И первая задача, которая была поставлена перед генеральным подрядчиком прокатмонтажом, это полная реконструкция участка нагревательных печей. Напомним, вместо 6 старых агрегатов были установлены 3 печи итальянской компании Tenova. I think the Russian worker make the good job. Я считаю, что российские партнеры хорошо выполняют свою работу. And they respect all standard what we use in Europe. И они выполняют ее согласно стандартам, принятым в Европе. Продолжается работа у нас в зоне рекуператоров. Вот. Идет монтаж шибера. Сегодня мы монтируем шибер на рекуператоре печи номер 2. Торкретирование внутри самих рекуператоров теплоизоляции. Современнейший комплекс по очистке воды также был возведен прокатмонтажом в намеченные сроки. А затем наступила очередь группы черновых клетей. Сейчас занимается надвижкой клетей, подготовкой рельсового пути. И в дальнейшем уже будет происходить надвижка на посадочное место. Теодоли там простреливают, прогиб продольный, то есть контроль, чтобы рельсы не уходили. Прошедшую ночь отработали по полной программе, то есть видны изменения, то есть на первой клети произвели работы по демонтажу портальной системы, демонтировали домкраты, также демонтировали две ездовые балки и приступили к монтажу ральгангов в зоне клети на входе. По второй клети также работы производились согласно графику. И, наконец, день сегодняшний. Пуск в работу группы чистовых клетей стана. Вот тут прямо как это, в точку попали. Папарацци всегда, видимо, чувствует, когда приезжать. Да, у нас сегодня, так сказать, первая отправная точка. Сегодня первое движение гидравликой. То есть заваливаем опорный волок. Вроде бы все прошло без сучка и задоринки, как говорится. Подрядчики добавили количество персонала, значит, перепланировали график работ, где-то усилились, где-то там убавились. И все у них получилось. В принципе, нормально, слаженная работа всего коллектива. Дала свои результаты. Прокат-монтаж умеет работать. Александр Валентинович, вот сейчас за вашей спиной по новеньким чистовым клетям идет лист раскаленный. А вот когда первый пошел лист, первый сляп появился, вы сильно волновались?
Ну, небольшое волнение, конечно, было. Все-таки вложено столько труда было. И строителей, и монтажников. Ну, как бы труды вложили не зря. Стан работает. То есть цель достигнута. Второй по значимости объект – доменная печь, где впервые прокат «Монтаж» выступил в роли генерального подрядчика. Владимир Андреевич, вы генеральный подрядчик прокат «Монтаж» на этом объекте. Если поиграть словами, вернее цифрами, это первая «Ласточка», а «Домна» у вас вторая. «Ласточка» первая, «Домна» вторая. Собственно, печь, но у нас ОСК на этой работе, они ее уже, «Домна» ремонт. Они ее наизусть уже все знают, как бы разобрали, сейчас уже половину собрали ее, обваривают. А это правда, что гидравлика является главным козырем прокат-монтажа? Ну, на сегодняшний день, я думаю, в городе у нас ни одной организации нет, кто бы так справлялся с поставленной задачей по гидравлике, по монтажу, по промывке, по наладке, именно на промышленных объектах. Руководство МК, управление капитального строительства так все выстраивало, чтобы все сложилось в одну технологическую цепочку именно по производству. Я слышал, что огромную роль сыграл все-таки УКС, то есть управление капитального строительства. Это на самом деле был не просто куратор для вас? Нет, естественно, без УКСа невозможно было бы такие стройки на комбинате производить, и они... Помимо того, что они являются нашим основным заказчиком, они в первую очередь наши самые главные помощники. Естественно, без управления капстроительства, без их инженеров, руководителей, такие объекты в такие сроки на ПАО МК невозможно было бы строить и запускать. Для того, чтобы новенькая «Домна» работала стабильно и продуктивно, необходим высококачественный агломерат. И здесь прокат-монтаж внес свою лепту. Пуск пятой аглофабрики стал событием всероссийского масштаба. Современнейшее технологическое оборудование, а одну из агломашин построил прокат-монтаж, плюс комплекс подготовки сырья, уже показало себя с самой лучшей стороны. 3 месяца назад мы стояли с вами на этом же месте, и у вас было настроение не очень какое-то такое вот. А сейчас вы улыбаетесь, хотя мороз, снег. Не, и 3 месяца назад у меня было довольно-таки хорошее настроение, вы немножко заблуждаетесь. У нас все идет по плану, у нас все замечательно, все хорошо. Мороз, снег, ну это вынужденные обстоятельства, это время года, у природы нет плохой погоды, все хорошо. Работа идет, работа кипит, работы хватает. Наше управление занимается монтажом оборудования технологического китайского, ленточно-кладитель номер 1. В объеме 1800 тонн. Поставлена руководством задача к Новому году смонтировать и приступить к пусконаладочным работам. Такое оборудование мы монтируем первый раз. А это финальный аккорд. Пуск новой аглофабрики, которую произвело первое лицо государства, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Нам очень жаль, что у нас не сохранились кинокадры нашего знакомства с деятельностью прокат-монтажа. А это случилось без малого 40 лет тому назад, когда мы снимали работу наших земляков в Белорецке, Темиртау и в Бекабаде на узбекском металлургическом заводе имени Ленина. Но вот ближайшая история, а это тоже десятилетие, к вашим услугам. После героев, наверное, трудно работать? После героя всегда трудно работать, но не боги горшки обжигают, поэтому и в нашей работе есть место подвигу, поэтому мы, может быть, тоже в какой-то степени герои. Сегодня, в канун своего профессионального праздника, бригады прокат-монтажа трудятся на еще одном мегаобъекте ММК. Речь идет о 12-й коксовой батарее. Подготовка площадок для самой батареи и сопутствующих объектов – это важнейшая работа, которая должна обеспечить китайской компании «Синостил» обширный фронт для дальнейшей деятельности. Денис Андреевич, сегодня на градуснике плюс 31, а у вас кипит работа. Что здесь происходит? На данном объекте ведем подготовку оснований под будущую забивку свай в рамках реализации проекта «Коксовая батарея номер 12 ПАО ММК». Кто
подрядчик, кто генподрядчик? В части прокат монтажа это подготовка площадки строительства. Поставлена задача передать котлованы, передать зону производства работ под забивку свай концом августа. Ну а сейчас вернемся к началу нашего фильма, где мы говорили о верхушке айсберга. Так вот, чтобы показать в полном объеме то, что построено прокат-монтажом за последние годы, нам понадобилось бы снять целый сериал из документальных фильмов. И целесообразность этого проекта нам очевидна. А сейчас мы поздравляем коллектив акционерного общества «Прокат-монтаж» с его профессиональным праздником – Днем строителя. И желаем только одного – оставаться верными славным традициям легендарной «Магнитки».